Когда одна сестра добивается успеха в кино или на сцене, вероятно, по ее же стопам отправится и вторая. Ну а что, родным же надо помогать. В этой подборке известные сестры, получившие свою долю славы. Анна и Екатерина Ковальчук. Анна Ковальчук прославилась в сериалах и проекте «Мастер и Маргарита». Она хорошо знакома российскому зрителю. У нее есть сестра Екатерина, которая также снимается в кино, но уступает по популярности сестре. Среди ее проектов сериал «Беспринципные» и «Ментовские войны» и менее известные проекты. Элли Дакота Фаннинг. Этих звездных сестричек постоянно путают, слишком уж они похожи внешне. Эль Фаннинг – звезда гротескного сериала «Великая», а Дакота снялась в роли вампирши в «Сумерках». Обе девушки одинаково востребованы в кино. Ольга и Анна Бузова. Ольга сделала себе имя на проекте «Дом-2», туда же потом пришла и ее сестра. План сработал, девушка пробыла на проекте чуть меньше месяца, но поклонниками обзавелась. Хотя позже выяснилось, что Анна больше хочет заниматься предпринимательством, чем шоу-бизнесом. Нюша и Мария Шурочкина. Нюша Анна Шурочкина прославилась как певица, а ее сестра Мария – заслуженная синхронистка и 11-кратная чемпионка мира. Есть также брат Иван, но он не любит внимания прессы. Вера Брежнева и Виктория Галушко. Вера Галушко Брежнева имеет троих сестер. Из них наиболее прославилась Виктория, она была супругой бывшего мужа Лолиты Александра Цекало. Еще две сестры не связаны с шоу-бизнесом. Егор Крид и Полина. У Егора Крида есть старшая сестра Полина, которая также увлечена музыкой с самого детства. В шоу-бизнесе она известна под именем Полина Фейт. Они даже сотрудничали над общим музыкальным проектом, записав совместную песню «Расстояние» и сняв на нее видеоклип. Помимо этого, Полина активно занята в киноиндустрии и занимается благотворительностью. Полина живет и работает в Лос-Анджелесе. Пенелопа и Моника Крус. Моника Крус получила признание благодаря своему участию в сериале «Сердце ангела». Она также занимается театром и музыкой. Хотя Моника Крус не достигла такого же международного признания, как ее сестра Пенелопа, она все же является талантливой актрисой. Например, она подменяла Пенелопу на съемках «Пиратов Карибского моря», когда беременной Пенелопе стало уже тяжело сниматься в некоторых сценах. Тимоти Шалами и Полин. Полин, старшая сестра актера Тимоти Шалами, звезды «Вонки» и «Дюны», училась в школе американского балета и высшей школе исполнительских искусств «Лагуардия». На ее счету 20 кинопроектов, но все довольно скромные. Анна и Дима Билан. Сестра Димы Билана занимается музыкой с ранних лет, она поет и играет на нескольких музыкальных инструментах. Анна и Дима несколько раз выступали вместе. Сегодня Анна живет в Америке.